26 апреля в Северо-Казахстанской области будут работать 709 избирательных участков и 15 территориальных комиссий. В выборах президента примут участие свыше 370 тысяч жителей региона, причем каждый третий избиратель живет в Петропавловске. Сейчас повсеместно уточняют списки, а для наблюдателей проводят обучающие семинары. В пунктах голосования уже практически все готово. Информацию о своем участке можно узнать на сайте Акимата по номеру ИИН. Тем, кто не сможет прийти на участок, доставят переносные урны. С 11 апреля выдаются открепительные удостоверения. Открепительные удостоверения выдаются люди, уезжающие в командировку или по семейным обстоятельствам не имеют возможности проголосовать на избирательном участке, включительно по 25 апреля до 18 часов местного времени. За 10 дней члены участковых комиссий уже пойдут непосредственно адресно по домам. Избиратели приглашения уже будут раздавать, где дополнительно будут для себя выяснять, где какие люди могут прийти в день выборов, каким людям необходимо, чтобы выезжала урна непосредственно по адресам.